Наша религия нам не позволяет пугать. Можно быть просто тотальным, можно быть верующим тотальным. И перед Господом придется один день всем отвечать. За все свои поступки. За это мы думаем, разве за это дело, и Бог даст, мы его доведем до конца сами. Не обманывая народ. Мы им обещали это сделать, и мы это сделаем, Бог даст. У нас ничего другого нет.